Так, так, скільки метрів над землею ми зараз над рівнем? 1200 метрів вверх підйомника, ще 200 метрів вверх вершина гори, то есть 1400. А внизу говорят немножко ниже. Класс. Цифру они не знают. А гора называется як, на якій ми були? Похоже на гембл, но не гембл. Гимба какая, гимба. Гимба. Мені дуже ці гори зліва подобаються. З таким урочищем. Там теж дорога є, смотри. Наверх. Угу. Можно везде на машине подняться, представляешь? Ну да, звичайно. Так, а тут під нами що таке? Оце росте, ти питав? Ну, черніка. Черніка. Да, все, що красне, це подмерзшие. Зелёная, нормальная черника. А тётя говорит, что малина. Эти кусты типа вообще не проблема. Снег падает и их нема. Да, если типа снег закрывает. Бачишь? А в этом году не было ни одного, даже никто ни разу не спустился, потому что снег упал ровно на 2 сантиметра и все, не было, короче, снега всю зиму. И всю зиму подъемники просто простояли, и они просто простояли. Каждая продала по одной чашке чая за зиму себе. Вот это да. Вот такая тебе выдалась зима, видишь? А, то есть они по этой чернике ездят, получается, лыжники. Ну, узковато. Не знаю, они там должны ехать. Ну, наверное, там и едут.